Всем привет! Ну что, сегодня мы будем пробовать пройти очередную кошмарочку 6-2, до которой мы уже дошли. У нас будет вот такой вот состав: ворожай 6-10, каменка, воодушевление стоит. Поставил специально его в свиток для того, чтобы он поменьше получал стана и подхиливал вовремя героев. Вот такая у него стоит приспешник. Дальше топовый наш Анубис с новым питомцем, который нереальный просто для подземок, просто тащит все. Рунами гнев будет стоять, который дает 12% крита, то ли точности 11%, не помню, честно говорю. Доспех. Так, дальше такой вот хранитель. Как видите, герои не топовые сборки, мы уже с вами фармить будем 6-2. Такая вот Фрея. Сделаем ей скорую эволюцию. Купидончик. Он уже с 11 скиллом, как и Ара, просто не прокачана еще десятка в топ. Так, ну и самое основное у нас это будет наша топовая тыковка 20 уровня. 8-8. Как видите, вообще трешечок. Так, ну что, нанимаем магию. И юнитов. Когда они уже сделают эту кнопочку? Так, 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 так. Есть. Ну, вроде все. Берем гильдийскую магию. Так, побежали. Кошмарка 6-2. Вот такая у нас кошмарочка. Я у себя заходил отсюда с душика. Видите, тут есть душегубы, которые дают обратку. Поэтому сразу же героев кидаем. Щит. Спамим по максимуму. Так, смотрим. Морозим. Вроде всех снесли дальника. Видите, уже все. Нам уже урона здесь не хватает. В чем конкретно не хватает? А, Дрейк у нас остался. Вот почему нас просто сейчас поимели. Так, окей. Пробуем еще заходик. Для тыковки, конечно, надо сделать эволюцию, потому что без свитка нету того разгона, который нам нужен. Сейчас попробуем не с душика зайти, а вот отсюда с угла. Вот так вот попробуем. Раз, два. Тыкву нашу слили сразу же, причем не успели мы. И Ара блок дал. Не хватает у нас урона.
Значит, пробуем отсюда. Ой, я не помню. А, тут же... Я уже даже забыл, ребята, привык бегать. Тут же у нас куча тотемов. Вот, теперь можно забегать. Давайте попробуем вот отсюда забежать. Раз, два. Ну, блин. Корявый. Блокируем там сразу Дрейка. И пробуем спамить по максимуму юнитов. Так, все. Все у нас сейчас просто поимеет. Один персонаж. Это одержимый. Или не поимеет. Или затащим. Ну. Ну-ка, слейте одера. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ворожей, выживи. Докажи, что ты лучший. Есть. Ну-ка, ребята. Вот так вот Фрея тащит черепов. Вот, кстати, вот Фрея очень отличнейший герой. Даже вот я смотрю для подземок. Это просто жесть. На нем зависают вражеские черепа, герои. Потому что вертолетики, они летят вперед всегда. Ну, голуби ее. На них просто зависают. И вот мы с новым питомцем просто... Трешуем сейчас 6-2 за пару попыток на 3 звезды. Ребята, вот можно было даже силу не поднимать, там на 30 тысяч силы оставить и бегать, проходить. Шестые кошмарки, до седьмых дойти. секунд. Ну, думаю, успеем. С нашим Анубисом, с доспехом. Это вполне реально. Вот новый питомец просто... Просто жесть. Даже вот второго уровня он не прокачанный в потолок. Просто отлично себе. Морозит все впереди. Особенно башенки. Вот. Не знаю, это жесть. Это такой плюс. Ну-ну-ну-ну, давайте, 20 секунд. Блин, у нас еще 3. Обидно, обидно, однако будет. Не успеем, скорее всего. Да, не успеваем. Жалко, жалко. Ну, тыковка, видите, слилась. Была бы тыковка. Да, нам не хватило там буквально 10 секунд. Но мы прошли 6-2, давайте попробуем еще разок. Может, затащим ее на 3 звезды. Так, восстанавливаем героев. Это я уже на следующую пошел. Думаю, что это такое? Что это? Так, раз, два, три. Ай-яй-яй, не туда магию кинул. Видите, немножко неудобно с Ноксом. Вот тут же самый состав, по сути, остался жить. Хорошо, сейчас еще разок попробуем. Немножко неудобно в Ноксе, когда увеличение юзаешь, что-то с недавнего времени сразу используется магия. Не знаю, почему так, раньше было все по-другому. Так, есть.
Побежали. Давайте вот так не будем делать увеличение. Так удобнее будет намного. Так, морозим всех тут. Черепа, черепа, черепа. Главное, тыковку не просрать сейчас. Все, отлично. Даже тотем не обезвреживал. Что-то привык без них. Вот, налегке. На 3 звезды. Просто трэш. Все, пишите комменты. Будем скоро проходить без Анубиса. Докачаем тыковку, перекачаем ее по-другому. И будем другими составами проходить, пока я хочу по максимуму ее зафармить. Все, подписывайтесь на канал. Всем удачи в прохождении, всем пока.